Привет, друзья! Ну вот я и придумал. Значит, в свое время я создал теорию лифта. Лифта между артистами, министрами и таксистами. Между всеми. И рассказывал эту теорию Наташе Вилькиной, известной актрисе, которая работала тогда. Жаль, ее сейчас нет. Ну, в общем, суть была такая, что наши артисты, их любят все, и таксисты, и министры, и поэтому артисты могут быть этим межэтажным лифтом между всеми. Да. Поэтому я вспомнил эту теорию лифта свою. И значит, для того, чтобы расширить нашу школу и помочь всем снимать стресс, восстанавливать свои силы, включать творческий потенциал и особенно помочь тем, кто страдает сейчас и в Казани, а может быть и везде тоже есть люди, которые очень нуждаются, остро нуждаются в этом, я придумал этот лифт. Я снял у себя шаблоны мышления по методу ключ, вышел на это состояние безмятежности, задумался, что бы я хотел дать сейчас людям. И у меня появились все эти ассоциации, с чем я сейчас с вами делюсь. Часть я уже сделал. Я всем артистам известным, которых нашел несколько человек, послал текст в их Инстаграм. И вам этот текст сейчас рекомендую, чтобы расширить нашу школу, нашу помощь для всех в наше сложное время. Это будет наша помощь ближнему в трудные моменты жизни устоять, остаться человеком против этого постоянного тренда расчеловечивания. Я текст этот поставлю, а вы его, пожалуйста, всем своим знакомым и просто ищите там в Инстаграме или где-то известных людей, блогеров, артистов, выдающихся, которых все знают, которые очень известны, у них по миллиону подписчиков и больше, прямо вставляйте туда в Инстаграм или еще куда-то этот текст. Да, он очень короткий. И вы посмотрите, что будет. До встречи, друзья!